Привет, ребята! Рада, что вы решили заглянуть на мой канал обратно, ведь сегодня я приготовила для вас кое-что особенное, а именно рецепт рубленых котлеток. Тот рецепт, который идеально впишется в любой ПП-рацион. И если вам интересно, тогда оставайтесь со мной и давайте готовить! Для приготовления рубленых котлет нам понадобится половина куриного филе, 3 столовые ложки йогурта без вкуса, 1 яйцо, луковица, 2 ложки цельнозерновой муки, соль и специи по вкусу. Для начала займемся филе, а именно нарезаем его на небольшие кусочки. Перекладываем филе в мисочку. Лук мелко нарезаем и добавляем курицы. Пришло время специй. Я добавляю соль и все хорошенько перемешиваю. Теперь добавим специи. У меня сегодня хмели сунели. Теперь все хорошенько перемешаем. Добавляем 3 ложки йогурта без вкуса. Мясо должно быть все в йогурте, но при этом не хлюпать. Затем добавим 1 яйцо и немного цельнозерновой муки. Накрываем крышкой и даем постоять в тепле от 1 часа. Если котлеты вы заготавливаете на завтра, то оставить их лучше будет в холодильнике. Когда смесь будет готова, то ее аккуратно выкладываем ложечкой на гриль или сковороду и даем котлетам пропечься до золотистого цвета с обеих сторон.
Вот такие котлеты у нас получились в итоге. Их также можно приправить соусом на ваш вкус. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам понравилось готовить вместе со мной. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи в новых видео. Пока-пока!